Марийки наши. Мы вот этих целительно-психологические системы как бы заканчиваем рейками, так сказать. Чуть поговорим о Карлосе Кастанеде и об объеме того, что существует сейчас в мире, помимо этого. Что предлагаю? Начиная от неославянства, заканчивая. Что такое рейки? Во-первых, для изучения данного явления, такого как рейки, мы решили обратиться к достаточно фундаментальному труду, да, не посмотреть на то, что книжечка маленькая, там есть и более толстая, просто это самое полное собрание всех основных положений, позиций, принципов и практик, которые используются в рейке. Причем написал об этом некий товарищ Ранга Премаратна, который является главой нынешней линии передачи, то есть он официально признан, он является пятым человеком в поколении, от которого рейки перешли от самого-самого первого мастера, некого японца, сейчас скажу, как его зовут, Микао Усуи. Он создал рейки, прозрел, открыл. Да, сказано, что некий Микао Усуи изначально занимался дзеном, дзен-буддизмом, и однажды на одной горе, на которой прозрел шестой патриарх дзен, он провел 21 день для того, чтобы понять же, в чем, собственно, смысл жизни, прозреть дзен, узреть истину и так далее. В общем, он сначала решил все это бросить, ему было очень плохо, но на 21 день он прозрел, к нему спустился огромный светящийся яркий шар света, коснулся его лба, после этого он прозрел и стал заниматься целительством. В общем, в первую очередь, что следует сказать, что сами они разграничивают одно и то же слово рейки и используют их в двух значениях. То есть в общем смысле, как вся энергия, как вся жизнь, в общем, рейки — это все то, что вокруг нас. Вот все, что не потрогать, живое. Все живое — это рейки. Вот, в том числе рейки они называют некую технику исцеления. Поэтому, в принципе, нельзя сказать, что это какая-то наука особая определенная. Это техника исцеления. То есть сравнивать ее с прикладной наукой нельзя. Только со спецмедициной. Вот, причем изначально, когда мы сталкиваемся с таким делом, как рейки, сразу же речь заходит о работе с энергией и сугубо и только об энергии. То есть здесь мы имеем дело с энергетическим телом и с некими энергетическими полями человека. Вследствие чего, в общем-то, можно сделать вывод, что мы имеем дело с среднеатлантической традицией. То есть кто не знает, тот очень первый раз сталкивается с прикладной наукой. На Земле существует 4 традиции. Традиция рейк является неким последствием буддийской традиции и, в частности, имеет прямое отношение к дзен. Ребят, там есть два направления, хочу дополнить. Есть направление, якобы вышедшее из ваджраяна, из тибетского буддизма. Из шиньонской секты ваджраяны. А есть направление чисто дзенское, ну, выше. Ну, дзен с ваджраяной похоже. По доктрине практически одинаково. При этом она хорошо вмещает в себя и индийские корни, и дзен, и китайско-японские, потому что для них ки – это жизненная энергия, то же самое, что прана. То есть допускаются трактовки с разных точек зрения. И, в принципе, хорошо уже. Что интересно, здесь дается описание строения человека. Сейчас мы его и рассмотрим. Сказано, что по философии буддийских йогов человек состоит из нескольких слоев или оболочек различной энергетической плотности. В высшей степени плотности, то есть наименьшей вибрационной частотой, обладает тело физическое. Третий уровень – это тело духовное. Духовное тело – это такое энергетическое поле, которое можно развить при помощи духовных практик, например, медитации, именуемая самадхи и так далее. В общем, все, чем заканчивается человек, это энергия. То есть три слова. Первый, второй и третий. На этом все. Согласно учению рейки. То есть на данном этапе... Ну вот разница, видите, вы сразу можете разница посмотреть. Разница колоссальная. Притом обратите внимание, вот... То, что нарисовано с левой стороны, вы можете сказать, Олег Викторович, где вы взяли это, да? С левой стороны вот это.
9 этих. Ребят, вы же понимаете, да? Вы же все должны четко понимать, что вот такое строение физическое, праническое и духовное, да, оно же из, просто из воздуха же не появилось, да? Правильно? А как же так может быть в учении в каком-то таком? Правда написано слева или нет? Хорошее еще. Олег встречал змеев. Да, они так и устроены. Это правда. Они же истину так говорят. Просто нечеловеческое это строение. А змеиное, конечно. Это же змеиное строение, конечно. Так змея устроена. Так змея устроена. Это змеиное строение. И учение змеиное. Конечно. Ведь вы не считаете, что мудрецы с дурью полной утверждают, что это правильное строение. Конечно, у них как раз такое строение. Они считают, что все так устроено. Конечно. Понимаете? Все правда. Есть. И это же доказательство. Вы можете четко посмотреть. Есть же что? В индийской традиции 6 тел, да? 3, 7 и 9. 4 традиции. Перед вами на доске. Класс. Класс вообще. 4 традиции перед вами на доске. Все 4 традиции, все представители всех традиций перед вами. Человек пол на диапазоне, ну то есть 9 тел. Змея 3 диапазона. Коренные жители земли 7, абсолютно верно. А за атланты 6, конечно. И поэтому все учения, находящиеся на Земле, абсолютно истина. Просто взглядом таково. Атланта, змея. Кто преподавал? Он же по себе судит, как он устроен, правильно? Он так и обучал. А вы говорите, откуда столько идей по этому поводу? Поняли теперь? Объясняю. Кому было плохо видно, показываю, как это работает. Вот Валентина. Все, я поняла. Вот она, Валентина Евгеньевна, сидит. Вот смотрите. Вот смотрите. Пожалуйста. Сейчас вам будет рейки. Ну только не рейки, а мощнее. Машина будет. Внимательно на нее смотрите, все. Я же не могу, Олег Игорь, хватит. Ну вот так. Куда мне это все теперь девать? Несчастный, бедный лис. Внимание. Не-не-не, это мало. Я спрашиваю. Подожди, вообще, какая мне разница? Смотрите теперь на лис. Внимание. Жар бросает сильно. Очень сильно. Все больше и больше и больше. Mm-hmm.
все это делается через нить на голове. Пускай. Ну, что было до этого, получилось сейчас. Да. Что они там делают, ваши рейки? Валя, зайди. Скажи что-нибудь. Пошла жара. Как Ваня говорит, надо дать дрозда. Надо дать дрозда. Пора в Москве дать дрозда. Ну вот, пожалуйста, смотрите, без всяких рейк, да? По сути своей, что такое рейки? Это попытка осмысления с помощью дзен механизма реализации, который называется взломщик без понятия реализационной функции. Без знания РПДК-7. Без знания РПДК-7. Вот и все. Я во всех случаях использовал взломщик. Во всех случаях использовал взломщик. То есть результаты встретили на рис. То, что сейчас прописано. Ну, это не слово. Он Ольга Викторовна. Энергоградиента и диапазона. И диапазона впоследствии, когда вы поумнеете, поймете, что вы можете диапазоном управлять, фиксировать точки диапазона в полном диапазоне. Ну, вот такая вот ситуация. Некий механизм реализации управления полным диапазоном. Сначала энергодиапазоном. Как научимся с энергией справляться, нужно полный диапазон. Тоже взломщик использовал полный диапазон. Да, вот такая вот как бы ситуация. Вот что такое рейки, то есть это попытка осмысления некого механизма реализации, который называется взломщик. Это такая 11 сектора, комплекса сектора. Поэтому вы видите, у него поэтому два начала в ваджраяне. Калачакри в ваджраяне и в дзене, да, у него начало по причине того, что вот, по сути своей прародителем всего этого является раструп и. Я так понимаю, что расстановки по Херингеру, это если пройти на них получится, то ничего страшного не произойдет. Штальтерапия, это не пролезла, ну и ладно. А вот эти рейки, это, ну, возможно, змеиная попытка как-то адаптировать под себя механизм взломщика. Абсолютно верно, потому что они им не могут пользоваться, тут до сих дела. Это попытка адаптировать под себя механизм взломщика. Абсолютно верно ты сказал. Вывод просто шикарный. Был просто шикарный. 5 баллов. Что там? А, вот это, этот Милтон Эриксон. Ну, я вот эти вот все, ну, вы говорили, там, вот 5 способов, да, там, кого-то загипнотизировать или что-то там они делают.
Я это все очень часто слышала на всяческих тренингах. Ну а из чего они их делают? Да, то есть, мне просто интересно было, откуда они это берут. Оказывается, они это тоже сперли. Я вот смотрю тоже, вот они такие интересные, они друг друга ненавидят, потому что там же, я так понимаю, конкуренция аж за паству. При этом совершенно не брезгуют что-нибудь друг у друга спереть, выдать за свое и подороже продать. Короткий промежуток времени мы увидели, что весь мир – это просто одна сплошная пятая стадия производства, одно сплошное копирование. То есть люди, по сути, ничего не могут создать нового, они друг у друга что-то где-то вот, ну, как Ольга Викторовна сказала, спирают, просто вообще, я не знаю, там добавляют чего-то своего и выдают это за свое. Помните, Харви Маккей говорил, если нет содержания, зато какая презентация, да? Один сплошной плагиат, куда ни посмотри. И просто по-разному называется. Вам. Ребятам тоже, что они потратили время и... Все-таки за такой короткий промежуток времени, я не знаю, сколько нормальному человеку надо потратить время, чтобы хотя бы понимание пришло, что надо что-то сравнить, во-первых. Вот. Жирной точкой, мне кажется, было сравнение четырех традиций. И вот для меня, например, было это, думаю, заблуждение. Кто-то говорит, три тела у человека, кто-то шесть, все кто-то правильно. Семь. Оказывается, оно все на самом деле так просто. Все правильно. Тот, кто преподавал, вот сколько у него тел, то и он по-другому просто не знает. Вот каждый из них прав абсолютно, да. Ну, то есть это видение как бы человека, который преподавал, ну, вот этого нага или ура, или коренного жителя земли, шамана. То есть что, кто вам преподавал, тот ур. То есть человек выйдет, тут смысл в чем? Человек не может у них учиться, он в полном диапазоне, ну, то есть и проблематика. Понимаете, он не может у них учиться, у него-то тело-то больше у человека. То есть он у них учиться-то не может, как бы ничему. Поэтому мы всю жизнь учили их, Веды-то мы им носили, этим дуракам. Так сказать. А мы же не понимали, что они там больше-то не могут. Как бы, да, это же потом уже, так сказать, все стало, когда священные змеи договорились с полубогами. Да? То есть помните Бхагавад-гиту? Вот тут уже неприятность-то началась. А у нас всегда было как? Не так, да? У нас во всех русских традициях, как говорил Никита Кожемяка, помните? Змей говорит, давай поговорим, он говорит, у тебя башка одна останется, давай поговорим. У тебя три, у меня одна. Очень несправедливо, у тебя одна останется башка, вот тогда я с тобой поговорим. Вот тоже, а мы, получается, спустились до ихнего уровня, спустились и тогда договариваться начали. Деградировали до ихнего уровня. А это уже не мы, в общем-то, а наши ученики. Наши ученики, как бы... сказать, уже следующие поколения, как бы, то есть изначально было несколько по-другому. Ну, в общем-то, и механизмы деградации понятны все, да? По традициям можно расставить сколько? Четыре периода деградации, четыре традиции, вы можете посмотреть, где какая возникала. Изначально было все традиции одновременно, да? И как они переставлялись. При взаимодействии можно было тоже с механизмами деградации сравнить. Поэтому вот, по сути своей, я сразу вам говорю, можете проверять то, что я вам скажу. Умное делание – это радар и сектор вместе взятые, как единая система. Это называется практикой умного делания. У нас сегодня осталось только первые два РПТК радара. Все остальное умное делание ушло. Поэтому у нас молитва Иисусова теперь умным деланием называется. Да, то есть, поэтому, вот так мы деградируем.